Добрый день, я Георгиевская Татьяна, рада приветствовать вас на канале Тати Гео. Сегодня мы находимся на объекте. Здесь находятся два миртовых дерева. Вот сзади меня одно и с этой стороны второе. Они как бы около входа находятся, были достаточно в плачевном состоянии, но решила такая идея из них, из миртового дерева, делать бонзай. И вот что получилось. Очень хорошее, мудрое решение, потому что деревья, если есть возможность, хорошие, здоровые, лучше сохранять, потому что это богатство на вашем участке. И применив фантазию, получился вот такой вот прекрасный бонзай. На мой взгляд, очень симпатично смотрится. Это еще буквально где-то неделю назад было сделано. Он немножко окрепнет, сформируется и будет прекрасно, особенно там через сезон. Еще даст дополнительную такую пышноту вот на этих вот местах, вот на этих участках. И обратите внимание, как он формируется. Простым способом. Вам нужно взять проволоку. Каждое дерево, как я повторяю неоднократно, куст, дерево, растение, оно индивидуально. И насколько вы прочувствуете это растение, настолько будет удачный и результат в итоге. Была сделана обрезка и формирование. Вот эта вот ветвь немного... Так, сейчас, чтобы вам видно. Вот эта вот ветвь шла немного вверх, и для бонзая она не совсем-таки подходила, она была достаточно прямая. Таким образом формируются не только миртовое дерево, но и любые другие деревья, любые другие объекты, которые требуют изменения формы, изменения направления веток. И здесь вот была проволока применена, вот сейчас вам покажу. Так вот, видите, еще закреплено, и ждем, пока эта ветка сформируется именно вот таким образом, каким нам нужно, чтобы она не вверх торчала, а пошла именно изгибаться. Применили сразу же освещение. Посмотрите, поставили, представляете, какая красота, да, сам бонзай поставлено под ствол, и высвечивать будет вот эти вот все изгибы и неровность самого бонзая, саму красоту бонзая, все будет подсвечивать. И то же самое с другой стороны, тоже у нас есть второе миртовое дерево, но акцент я сегодня вот на этом делаю, потому что оно более яркая зелень, более пышная у него структура, нежели то. Но тут тоже отойдет сейчас, поправится, и через сезон будет превосходно два бонзая небольших. Нет, для бонзая, конечно, это достаточно большие, но все равно сама идея, сама задумка, я считаю, прекрасно выполнена, претворена, реализована в жизни.